деревня браконьеров и контрабандистов. Снимаю на ходу с велика. Посмотрим, что получится. Как бы не навернуться. Сегодня хорошая погода, решил прокатиться по своему традиционному маршруту по кромке Лулу острова. Ну, чем я занимаюсь? Встречная машина откуда-то взялась здесь. А вот дом знакомого поляка, поляк Чекай. А, не гуляет. Оп! Да, не заметил. Ну вот, пока.